С восходом солнечным Людмила, сорвав себе цветок, куда-то шла и говорила, кому отдам цветок? Что торопиться? Мне ль наскучит лелеять свой цветок? Нет, недостойный не получит душистый мой цветок. И говорил ей каждый встречный, прекрасен твой цветок, мой милый друг, мой друг сердешный, отдай мне твой цветок. Она в ответ: сама я знаю, прекрасен мой цветок, но не тебе, и это знаю, другому мой цветок. Красою яркий день сияет, у девушки цветок. Вот полдень, вечер наступает, у девушки цветок. Идет, услада повстречала, он прелестью цветок. Ты мил, она ему сказала, возьми же мой цветок. Он что же деве, он спесиво, на что мне твой цветок? Ты даришь мне его, не диво, увянул твой цветок.